Любовь, верность и взаимоуважение. На этих трех китах держится благополучие многодетной семьи Тащан из Корсунского района. Супруги Нелли и Карен с малых лет прививают детям ценностные ориентиры национальной культуры. Финал юбилейного 20-го регионального этапа конкурса «Семья года» вышли в номинации «Хранители традиций». И вот наша дочь, она поет, и она занимается армянским фольклором. Поэтому она сегодня вот в красивом армянском костюме. Гранат как символ плодородия, получается, символ плодородия. Крест, вот у нас вышивка, если вы заметили, у нас идут вот на крест. Он как символ веры, так скажем, верности. И, сам гранат как древо, да, получается, своеобразное дерево, древо семьи. Вот такой вот хранитель, так скажем. Свой символ хранят в каждом доме. В этом году до финала дошли 32 семьи. Победители выбирали в 6 номинациях. Лучшая многодетная семья, по замечанию жюри, стала самой популярной. Рекордное число – 10 семей прошли конкурсные этапы. Наши семьи очень активны, и мы видим, как растет количество многодетных семей в Ульяновской области. Если буквально на конец прошлого года не набиралось у нас 16 тысяч многодетных семей, то уже сегодня их почти 16 300 семей. То есть каждый месяц мы прибавляем. Яркий пример – семья Ломакиных. Ольга и Владимир воспитывают 10 приемных детей. В Новоспасском районе Читу знают все соседи. Супруги своими силами построили 2 футбольные площадки, а ребятишки подарили идею, как их благоустроить. Мудрость в делах сердечных хранительница очага переняла от своей мамы. Связь поколений проходит красной нитью через весь род Ломакиных. Мама писала мне письма, когда я была маленькая, то, чтобы я их прочитала, когда стану взрослой. И теперь мы тоже с вами, дети, пишем такие письма. Конечно, главный наш секрет – это любовь. Любовь у нас между нами с супругом. В этом году у нас 18 лет будет семейной жизни. И то есть любовь все крепче с каждым днем. Дети умножают. Мы слушаемся своих родителей просто. А они нас на путь истины наставляют, и поэтому у нас дружно все получается. В этом году Ломакины взяли главный приз – ключи от семейного автомобиля. Подобную награду глава области вручила семье Хватько из Димитровграда. Модель машины выбрана не случайно, а просторная «Газель» станет верным помощником в путешествиях по родному краю. Всем известно, что региональная власть делает очень многое, чтобы каждая семья нашего региона почувствовала реальное, не на словах, а на деле, улучшение условий жизни. Так, по поручению губернатора, согласно указу главы государства Владимира Путина о многодетных семьях, правительство области разработало новые меры поддержки. Речь о ежегодной выплате в размере 5000 рублей на ребенка, а средства направлены на покупку школьной и спортивной формы. Плюс утверждена ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Правда ТВ.